Я приехал из Народной Республики Бангладеш в 1987 году учиться в Советском Союзе. Во время учебы познакомился с своей будущей женой. И после учебы, окончания института, влюбился и женился, скажем так. Врачом работать очень нравится. Хорошие мои пациенты очень хорошие, я уважаю их. Я думаю, они тоже меня уважают. Миграция должна быть. Вообще, это мире, это так и есть. Без миграции куда? Даже животные мигрируют, почему человек не должен мигрировать? Это очень хорошо для миграции, но миграция должна быть контролируемой. Не то, что приехал, как куда хочу, там и живу. У каждой страны есть своя культура, у каждой страны есть свои проблемы. Должны быть смотреть, где что кто подходит. Учитывая, что я здесь да, очень давно живу, все, кто приезжает сюда, со мной связывается. Да. Помогаю переводом бенгальского языка на русский. Бенгальский, русский, английский. Что индийский язык понимаю. И белорусский вот так, немножко понимаю, скажем так. Мои дети умеют по-белорусски говорить, да. Они в школе учат, поэтому они меня иногда смотрю, да. Понятно, вроде бы понимаю всех, но пациенты приходят иногда, бабушки, которые по-белорусски говорят. Ну, понимаю, вроде бы, что говорят. Я думаю тоже по-белорусски, скажем так, по-русски думаю. Уже не перевожу, например, как раньше было. Сначала или русский язык переводил, умею, например. Английский или своем языке сейчас нет.